Уважаемые коллеги, добрый день. Как у нас звук? Будьте добры, меня сориентируйте. Все ли в порядке, слышно? Спасибо, спасибо. Ну что, друзья, я рада. Павел Юрьевич похвалился прям московской погодой, а у нас в Кургане сегодня было минус 10 с утра, но это не мешает этому дню быть прекрасным. Поэтому давайте сегодня поработаем, тем более у нас такая интересная тема. Что касается сегодняшней темы, буквально в двух словах, давайте посмотрим, что мы сегодня будем исследовать с вами. Ну, во-первых, ответим на вопрос, раз мы сегодня в большей степени про начало, да, то поговорим о том, кто такой научный руководитель, зачем он, что вообще от него стоит ждать, очень кратенько. Как выбирать тему, если ее у вас еще нет. Очень важный раздел – это замысел диссертации. Ну, конечно же, когда человек начинает писать диссертацию, неважно, это кандидатская или докторская, конечно, когда это докторская, человек уже лучше понимает, что он будет делать, но тем не менее – целесообразно понимать весь вид деятельности, все виды деятельности, которые перед вами будут раскрываться потихонечку по ходу движения к цели. Ну и, как всегда, какие-то лайфхаки для того, чтобы облегчить путь и, может быть, больше сконцентрироваться на тех вещах, которые ну, не на поверхности, не сразу можно сказать, что они влияют на результат. Итак, давайте начнем. Напишите, пожалуйста, в чат, вот кто пишет диссертации, да, кто сегодня в соответствии с темой, напишите, есть ли у вас научный руководитель, для того, чтобы я понимала, сколько людей с научным руководителем, сколько нет. Можно поставить «да», можно написать просто «есть» или «нет», для того, чтобы я примерно понимала актуальность вот этого раздела нашей сегодняшней встречи. Есть, есть, есть. Замечательно. У кого нет, так и пишите «нет». Угу, нужен. Отлично. Руководитель действительно нужен. Мы сегодня будем в том числе и об этом говорить. Угу, угу. То есть участники и с научным руководителем, и без него. Давайте разбираться, вообще нужен ли он в принципе. На самом деле иногда такой вопрос не стоит. Необходимо нам ответить на этот вопрос только тогда, когда у нас есть выбор, а выбор у нас есть не всегда. Например, если вы официально обучаетесь в аспирантуре или в докторантуре, то, соответственно, вам назначат научного руководителя. Это как вариант, сразу же скажу, это не обязательный вариант. Но, тем не менее, научный руководитель у вас будет. Вы этот вопрос не решаете, нужен, не нужен, он будет. Что касается другой ситуации, когда у вас статус не определен, то есть когда вы еще, знаете, в ситуации выбора, то ли мне начать, то ли я еще не решил до конца, да, и вот когда вы находитесь в такой ситуации, здесь тоже двояко можно ответить на этот вопрос. С одной стороны, руководитель может вас быстрее сподвигнуть на какие-то практические шаги и понять вам, ваш этот путь или нет. С другой стороны, вполне возможно, на этом вот моменте, когда вы еще сами не определились, сделать несколько шагов самостоятельно для того, чтобы понять, вообще вы продолжаете или нет. Собственно говоря, вот эти две ситуации связаны в том числе и с этапом вашего пути, то есть смотря на каком вы этапе. Если вы в самом-самом начале находитесь, то в принципе начальные моменты можно провести самостоятельно. Хотя, конечно, научный руководитель – это кладезь полезной информации для вас, это человек, который сам прошел этот путь неоднократно и кого-то уже сопровождал в этом пути, поэтому, конечно, что называется, вдвоем веселее, да, но ваше право вот вначале выбирать, нужен или нет. Если же мы говорим о том, что у вас ситуация, что вы там в середине или уже ближе к концу, конечно, вам без научного руководителя будет нереально, по крайней мере, если вы пишете кандидатскую диссертацию, он вам нужен, потому что ну, элементарно нужен отзыв от научного руководителя. И вообще, помимо сопровождения, еще нужны некоторые документальные вещи,
которые необходимы вам на вашем пути. Поэтому, конечно, здесь актуальность этого вопроса резко повышается. Ну и, безусловно, все зависит от опыта исследовательской работы, особенно если мы говорим про докторантуру. Не случайно есть такая шутка, да, что кандидатскую пишет доктор наук, а докторскую кандидат, потому что докторскую диссертацию пишет исследователь, ну, фактически самостоятельно. И здесь у него не научный руководитель, а научный консультант, и поэтому если у вас опыт исследовательской работы достаточно большой, соответственно, вы, может быть, и сами справитесь вот с этой работой. Если же все-таки вы для себя отвечаете на вопрос, что он вам нужен, или то, что он у вас уже есть, для чего он нам нужен, да, вообще очень часто бывают ситуации, я просто работаю с большим количеством людей, которые пишут диссертации в разных проектах, и наблюдаю, что у нас, скажем так, неправильные ожидания относительно научного руководителя. Из всего того, для чего вам нужен научный руководитель, у нас в голове застревает ровно одна мысль: он нам нужен для того, чтобы помочь. Причем термин «помочь» мы трактуем абсолютно конкретно для себя, это не всегда. Друзья, я сейчас пока не смотрю в чат, я хочу мысль закончить, а потом посмотрю на ваши вопросы. Это не всегда так, как вы думаете себе, да, поэтому давайте посмотрим вообще, для чего к вам представляют, можно так сказать, да, или дают вам сопровождение научного руководителя. Чуть подробнее об этих его функциях поговорим. Значит, я специально использовала такие, может быть, более жесткую формулировку заголовки, да, слайда, должен или не должен. Но понятно, что если вы пишете диссертационную работу, и вы сами решили ее писать, то, конечно, так скажем, целесообразно всю ответственность взять на себя. Но на что мы можем рассчитывать, контактируя с нашим научным руководителем? Это на некую консультационную деятельность с его стороны и на некое направление, что он вас где-то направит, где-то чуть-чуть как-то поможет, да, с точки зрения вот именно направления вашего движения. Значит, что значит сориентироваться в теме? Мы сегодня будем говорить по поводу выбора темы, но если, например, у вас есть и научный руководитель, и тема, и вам предстоит ее начать осваивать, то научный руководитель как раз может помочь вам сделать это достаточно быстро. Он может вам сказать, что вот в этой теме эти вопросы уже разработаны, давай сделай акцент вот на этом, посмотри вот в этом направлении и так далее. То есть сориентировать, именно как бы, знаете, почувствовать тему, да, понять, где в этой теме вообще надо копать для того, чтобы найти там значимость, найти новизну и так далее. То есть это такие какие-то первоначальные инструкции для того, чтобы вас направить именно на правильный путь. Что касается второй связки, представленной на слайде, публикации диссертации. Значит, научный руководитель, естественно, контролирует ваш процесс, как бы направляет вас в этом процессе, да, он вам как бы подсказывает, с чего начать. Лучше начинать с публикации или лучше начинать с диссертации. Это вопрос такой дискуссионный. И, соответственно, мы, кстати, чуть позже о нем тоже поговорим, но, тем не менее, вот этот вот стиль движения, что у вас будет изначально главным, а что как бы второстепенным, то есть вторым по очереди, может, не по важности второстепенным, да, здесь тоже вы будете получать некий инструктаж от научного руководителя, он будет вам советовать, и это будет в какой-то степени делать ваш путь более понятным для вас. Еще одна связка – это исследование теории, что первично, что вторично, внутри вашей темы, внутри вашей специфики, которую задает ваша выбранная вами специальность. И здесь это тоже важно учитывать, потому что в зависимости от того, какая у вас наука, какая у вас сфера исследовательская, здесь этот вопрос может быть принципиальным. Ну и, естественно, когда вы уже, что называется, вошли в тему, вошли во вкус, у вас появились идеи, у вас и научного руководителя, потому что вы будете все равно работать в тандеме, да, и несмотря на то, что вы будете защищать диссертацию, и, казалось бы, это будет ваша новизна, ваше авторство и так далее, конечно, вложения в эту работу научного руководителя, они тоже будут существенны.
И поэтому вот куда вам двигаться в теме, на какую новизну акцентировать внимание, а какую-то, может быть, не брать, да, в диссертацию, что, может быть, она недостаточная или еще что-то. Вот в этом смысле тоже рекомендации научного руководителя становятся в нужный момент, бесценны, потому что не всегда сам аспирант или докторант может оценить, вот куда ему лучше двигаться в теме с точки зрения новизны и значимости. Что касается еще одного очень важного момента, это некая скоординированность ваших движений по вашему пути и некий такой, я, конечно, надо было, может быть, закавычить управление, но тем не менее. Что касается взаимодействия вашего с научным руководителем, безусловно, чаще всего научный руководитель дает некие задания из серии «давай ты за этот месяц сделай вот это» или «давай сконцентрируйся вот сначала на этом» и так далее. Естественно, устанавливает какие-то сроки, но сразу хочу сказать, что сроки устанавливаются не всегда. Некоторые научные руководители понимают, что все мы с вами живые люди, и иногда сложно сказать, за какой промежуток времени, тем более, если вы только начинаете, вы не знаете темп своей научной работы, вы не знаете, сколько времени вы будете писать статью, вы не знаете, сколько времени вы будете обрабатывать какой-то литературный источник и так далее. Поэтому со временем вы сами сможете сказать, за неделю я смогу успеть столько-то. Но вначале, возможно, научный руководитель не будет устанавливать сроки. Для кого-то это принципиально, и человек прям просит. Например, когда я писала кандидатскую диссертацию с моим уже третьим научным руководителем, у меня их было трое, по разным причинам, не потому что они были плохие, просто так сложилось, так случилось. И я уже к этому моменту настолько устала всем этим заниматься, и вообще было огромное желание все бросить, что я попросила своего научного руководителя устанавливать мне жесткие сроки. И прям вот желательно, чтобы они были вот такие заставляющие меня работать динамично, потому что, степень утомленности работы вот этой вот и неимения результата, она вот уже доходила до какой-то предельной точки. Поэтому если для вас это важно, вы прямо просите, чтобы вам назначали сроки. Кроме того, естественно, помимо сроков, из серии там к такому-то числу, есть не сроки, а есть этапы, которые необходимо проходить, особенно если вы официально учитесь в аспирантуре или в докторантуре, у вас есть некий график, по которому вы должны двигаться. И поэтому, конечно, хорошо, если ваш научный руководитель не просто работает с вами по диссертации, да, но он еще и как-то помогает вам, координирует вас вот по этим важным этапам. Опять же, это не всегда так, не каждый научный руководитель будет это делать, но тем не менее. Еще один очень важный вопрос, который все-таки входит именно в компетенции вашего научного руководителя, это координация ваших коммуникаций. Когда вам стоит с кем-то контактировать, когда-то не стоит. Есть аспиранты, которые, допустим, вы учитесь в аспирантуре, и здесь же, в этом же заведении, у вас есть диссертационный совет, которые сами инициативным образом идут контактировать с членами диссертационного совета или там хотя бы с ученым секретарем и так далее. Надо это делать, не надо, когда это нужно делать? Да, вот эти вопросы я рекомендую обсуждать с научным руководителем, чтобы, что называется, не сделать себе хуже и не нарушить какие-то устоявшиеся научные такие, знаете, подходы, да, которые, в общем-то, имеют смысл соблюдать для того, чтобы вас не сочли навязчивым хотя бы, да, вот, и, конечно, вот, я не случайно говорю, что вы будете работать совместно в тандеме, у вас будет некая команда, да, потому что понятно, что когда научный руководитель, а ведь не только вы идете к нему, но и он берет вас к себе, да, то есть вы оказываетесь в одной лодке, ваши интересы становятся взаимосвязанными, и поэтому его задача направлять вас таким образом, как бы управлять вашим продвижением по пути таким образом, чтобы интересы вашей команды учитывались. Ну, например, если вы хотите взять кого-то в соавторы, научный руководитель может сказать, что не нужно этого делать, мы лучше этого ученого, этого нашего коллегу, например, знакомого
вам человека. Будем иметь в виду как возможного официального оппонента. Если же вы вдруг опубликуетесь с этим человеком, вы уже не сможете пригласить этого ученого на защиту вот в этом статусе. Поэтому тут тоже не стоит думать, что научный руководитель преследует только свои какие-то интересы, он в этом смысле с вами в одной команде. Конечно, в команде здесь двигаться лучше. Что касается вот этого злосчастного или наиболее понятного для нас помогать, да, что вот научный руководитель будет мне помогать. Помогать-то он будет, опять же, может быть, не каждый, да, но тем не менее, что значит помогать? Ну, во-первых, опять же, если у вас совпадают темы исследовательские, это очень хорошо, это лучше для вас, вам научный руководитель может помочь, условно говоря, с литературой, то есть не в смысле дать или найти за вас, да, а объяснить, какие труды, каких авторов стоит посмотреть сразу же. Может быть, у него есть коллеги, которые занимаются этой темой, и он вас направит, что вот есть такая-то монография, или недавно защитился человек по этой теме и так далее. То есть он вас ориентирует, какая литература для вас первична, на какую литературу стоит обратить внимание, потому что вопросы работы с литературой, они очень важные, они любого абсолютно, хоть аспиранта, хоть докторанта касаются, и чем они качественнее выполнены, тем затем у вас работа с текстом диссертации становится проще и более такая полноценная. Да? Кроме того, научный руководитель, конечно, подскажет, поможет вам сориентироваться по структуре работы. Не в смысле составит ее за вас или еще что-то, он вам подскажет, что в вашей науке, в вашей сфере, вот той специальности, которую вы выбрали, является наиболее удачной структурой работы. Потому что, понятно, есть классический подход, когда первая глава в кандидатской, например, это теория, вторая – там аналитика, например, или методика, а третья – это эмпирика. То есть это некий такой вот, ну, вообще усредненный классический подход. Но понятно, что в каждой специальности есть очень серьезные отличия по структуре, не обязательно три главы, не обязательно такие главы, да. И вот чтобы вы сами не ломали себе голову, а какая у меня должна быть структура работы, прежде чем вы будете о плане вообще задумываться, конечно, хорошо получить какой-то такой небольшой инструктаж в представлении вашего научного руководителя по структуре диссертационной работы. Безусловно, такие вещи, как замысел, то есть основная идея диссертации и новизна, это вы в обязательном порядке будете обсуждать с научным руководителем, потому что это суть, это сердцевина вашей диссертационной работы, которую, собственно говоря, вы будете защищать. Поэтому это принципиально, это самые важные моменты, поэтому, естественно, здесь без научного руководителя вам будет очень сложно понять уровень своей новизны. Она уже достаточно, она достаточно глубока для того, чтобы являться новизной. Да, она обоснована или нет? То есть вот такие вещи для решения этих вопросов, конечно, вам нужен будет специалист. Не переоценивайте свои возможности. Здесь, конечно, это очень ценные советы вот этого человека, который идет рядом с вами. Ну и, безусловно, тот любой текст, будь то публикация, диссертация, автореферат, что угодно, вы будете давать научному руководителю на изучение, и он будет этот текст вычитывать и давать вам какие-то комментарии. Ну, это как сложится у вас, комментарии устные или письменные, или вы будете по скайпу общаться или приходить, это уже дело десятое, но в любом случае какую-то обратную связь по тексту вы будете получать от своего научного руководителя. Этот текст я не рекомендую вам показывать значительному количеству людей, потому что бывают разные примеры, связанные с тем, что люди просто, ну, могут взять ваши идеи, особенно если этот текст не опубликован, и, соответственно, делитесь текстом очень аккуратно, пока вы пишете диссертацию. Что касается защищать, да, что значит защищать, как это он будет делать? Ну, во-первых, он лучше представляет, что нужно делать в ваших интересах, как усилить вашу работу, каких, может быть, ученых привлечь для экспертизы или для предварительного
ознакомление с работой, может быть, у него есть академические контакты среди этих людей, есть люди, которые занимаются этой же темой, и они не в рамках экспертизы, а просто в рамках доброй человеческой воли могут почитать этот текст и дать какие-то свои рекомендации. Это очень классно, когда ваш научный руководитель, обладая вот этими академическими контактами, помогает вам усилить вашу работу. Это тоже защита ваших интересов, потому что он подбирает этих людей, он не абы кому дает почитать вашу диссертацию. Ну и, естественно, есть такие дела, такие виды деятельности, которые вы в которых не самостоятельны. Соответственно, здесь вы без совета или без решения научного руководителя не сможете совсем. Это вопросы, связанные с тем, где защищаться, кто будут официальными оппонентами, кого можно рассмотреть, какую организацию можно рассмотреть в качестве ведущей. Сейчас эти вопросы решаются достаточно сложно, потому что эти люди или эти организации должны иметь публикации по вашей теме, и поэтому такой продвинутый научный руководитель, он заранее, еще не уведомляя вас о том, что это будет актуально, вы можете вообще об этом еще и не знаете, что это будет актуально, да, а научный руководитель уже озадачился этими вопросами и начинает подыскивать вот этих людей, эти организации, диссертационные советы рассматривать, если нет при вашем, значит, учебном заведении диссертационного или научной организации диссертационного совета, да, и он понимает те сроки, в которые вы будете попадать после того, как работа будет защищена. И здесь, конечно, отвечая на вопрос, нужен или не нужен научный руководитель, или справлюсь я вообще сам, конечно, нужен. Все, кто приходят там по разным причинам ко мне или на консультации, или на какие-то программы, если нет научного руководителя, я мало того, что говорю, что он обязательно нужен, я помогаю научного руководителя найти. Потому что эта задача тоже непростая, и вот сейчас мы к ней как раз и подойдем. Значит, что не стоит ждать от научного руководителя, это, во-первых, этот человек вам устанавливает сроки, но он не напоминает вам о сроках. То есть мы с вами должны понимать, что мы достаточно самостоятельные люди, мы будем сами следить за сроками, это ваша работа, это вы такое решение приняли. И вот это не нужно переваливать на своего научного руководителя и обижаться, что он вам не написал или еще что-то. Он не обязан инициировать общение с вами, искать вас, уточнять, а вы сделали, не сделали и так далее. То есть вот это, конечно, точно нужно себе понимать. А еще один важный момент. Мы часто ожидаем, что научный руководитель, это вот как будто там папа или мама будут нас поддерживать. Ну, замечательно, если у вас так получится, что научный руководитель будет вас мотивировать или поддерживать, или еще что-то. Но, в принципе, его задача в другом. И поэтому здесь, конечно, нужно найти в себе какой-то внутренний ресурс для мотивации, для движения, и вот не, опять же, не ожидать, не выставлять какие-то повышенные ожидания по отношению к этому человеку. Ну и еще один такой очень часто встречающийся момент, который вызывает некое разочарование между аспирантом, например, и научным руководителем, совершенно необоснованное разочарование, когда аспирант присылает текст, и там через 2-3 дня не получил ответа и считает, что научный руководитель им пренебрегает там, и так далее. Друзья, ну научные руководители – это люди, в общем-то, не те, которые сидят, чай пьют, да, им заняться нечем, поэтому мы должны четко с вами понимать, что когда вы отправляете текст научному руководителю, вы должны выделить какое-то время на то, чтобы он в своем графике нашел для вас какую-то паузу и имел возможность вычитать этот текст. Поэтому вот эти вот вещи тоже нужно учитывать для того, чтобы ваши отношения с научным руководителем были максимально гармоничны, чтобы вы понимали, кто от кого что ждет, а что не ждет. Откуда берется, что называется, научный руководитель? Ну, первый вариант абсолютно однозначный, это вам его могут назначить и утвердить, если вы ведете официальное обучение и поступили в аспирантуру. Если же у вас его нет, то трагедии тоже никакой нет, вы можете найти и договориться самостоятельно. Искать можно абсолютно разными путями, если у кого-то будет вопрос, я об этом чуть позже расскажу, а как бы в принципе этот вариант возможен, способы есть, страшного тут ничего нет, поэтому
может быть, даже этот вариант еще и получше. Прежде чем перейти к теме, я сейчас вернусь к чату, посмотрю, что вы задали. Если у вас есть вопросы по научным руководителям, напишите их, пожалуйста, я сейчас как раз на них отвечу. Так, план вебинара. Олег Васильевич, план вебинара был на первом слайде, и, соответственно, сейчас я к нему не вернусь. Ссылочка или презентацию? Презентации, ну давайте я на секунду вернусь на этот слайд, если он нужен, для того, чтобы вы увидели. Презентации я в материалах не даю, поэтому ее там и нет. Так, учусь в аспирантуре, графика нет, неизвестно, что за что. Ой, Виктория Александровна, сожалею, у вас на самом деле, у вас должен быть не просто график, у вас должен быть план работы аспиранта, который вы должны выдерживать, там должны быть указаны сроки. Зайдите в отдел аспирантуры и все-таки проконсультируйтесь, может быть, не через научного руководителя, а именно, что называется, ножками, сходите, спросить, может быть, вы получите какой-то... Конечно, так не стоит, такой вариант труден в продвижении, когда вы не знаете ни графика, ни сроков, ни того, что вы должны делать. Зоя Михайловна, соискатель, графика нет. Тоже не понимаю, как договариваться с ведущей организацией, что это такое. Зоя Михайловна, с ведущей организацией вы договариваться не будете. Это компетенция научного руководителя, диссертационного совета самого или то есть, ну, вот, такого плана участников вашего процесса. Хотя, если у вас есть какой-то контакт с ведущей организацией, это хорошо. Ведущая организация – это такая организация, которая будет проводить экспертизу вашей диссертации, будет давать отзыв на вашу диссертацию. Это очень важная организация, потому что если она даст отрицательный отзыв, ваша защита, ну, что называется, не состоится. Такого не может. Такого она может быть, но защиты при таком варианте быть не может. Если даже официальный оппонент дает отрицательный отзыв, защита возможна, если ведущая организация, то нет. Подскажите, научный руководитель, грамотный, но не специалист в моей области. Виктория Александровна, ну это нормальная ситуация, вы будете специалистом в своей области, либо вы погрузите человека вместе с человеком в тему, и все будет нормально. E-mail не работает, говорит Владимир Анатольевич, электронный ящик у меня работает полностью без проблем, и прямо вот сейчас, пока я веду вебинар, я вижу, как поступают туда письма, поэтому, ну, если нужен будет контакт, я вам в личном сообщении, напишите вопросы, этот вопрос, я вам дам мой телефон, напишите мне на мессенджер на какой-то. Так, магистрант, есть ли смысл писать кандидатскую, если сфера моей деятельности не связана с образованием и с наукой? Виталий Викторович, ну, это, конечно, решение абсолютно ваше. Когда у меня спрашивают, надо ли писать кандидатскую или докторскую, я все время говорю, друзья, вы не найдете ответ на этот вопрос. Особенно, когда вы ищете ответ на вопрос, а для чего мне это, да, где мне это пригодится. Я говорю, ну, как минимум, это тренинг по самосовершенствованию, да, если вам он интересен, то пишите диссертацию. По крайней мере, я, написав две диссертации, ни разу об этом не пожалела. Какими нормативными актами определяются требования квалификации научного руководителя? Татьяна Ивановна спрашивает. Но на самом деле, вот сейчас регламенты сегодня, по крайней мере, это не тема нашего разговора, да, но тем не менее, безусловно, смотрите, какая особенность очень важная. Научный руководитель в идеале должен иметь специальность по защите, аналогичную вашей. Например, если у меня докторская диссертация по специальности 08-00-05 «Экономика управления народным хозяйством», то идеально, если у меня научный консультант с этой же специальностью. Если у вас специальность другая, то есть отличается от научного руководителя, это как бы тоже такое возможно, но тогда у вашего научного руководителя должны быть публикации по вашей теме. То есть либо он должен этим озадачиться, либо вы должны этим озадачиться, грубо говоря, извините, называю все своими словами, да, добавляя его в свои публикации в качестве соавтора. Поэтому вот это требование, оно очень важное, очень важное. Может ли научным руководителем быть кандидат, не имеющий ученого звания? Татьяна Ивановна, не встречала такого ни разу, ну, наверное, может. Вот, честно говоря, классный вопрос, я посмотрю это, да, сейчас не хочу вас ввести в заблуждение,
Вот, но, конечно, когда мы ищем научного руководителя, мы ищем кандидата, доцента, да, вот, хотя, по-моему, я не встречала такого ограничения, но обязательно еще раз посмотрю. Хорошо, друзья, давайте тогда мы будем ой, что-то про диалектику вы спрашиваете, друзья, сегодня можно мы на это не будем отвлекаться, потому что вот у нас уже, в принципе, половина времени прошло, а я еще, как всегда, нарушаю все тайминги. А, раньше было. Ой, Татьяна Ивановна, тогда еще больше спасибо за вопрос, да, значит, я просто на это посмотрю, обращу внимание. Кандидат-доцент, в исключительных случаях кандидат-доцент. Понятно. Так, друзья, хорошо. Если есть вопросы, вы их пишите, я на них отвечу тогда после этого раздела, но сейчас давайте продвигаться. Итак, выбор темы. Значит, что важно, когда мы выбираем тему? Ну, представьте, вы собираетесь писать диссертацию и понимаете, что вы ее будете писать же не два дня, не две недели, да? Может быть, это год, а если это кандидатская диссертация, то это еще больше. Поэтому, конечно, когда мы говорим о теме, я все время говорю о том, что, друзья, отталкивайтесь от себя. То есть от того, что вам интересно, от того, что вы бы хотели изучить, какая тема вызывает у вас исследовательский интерес. Поэтому первая личная заинтересованность – это очень желательный критерий, потому что вам с этой темой жить, вам в этой теме находиться. Еще один момент – это имеющиеся знания и наработки. Очень часто бывает, вот, например, сейчас был вопрос, что человек магистрант, стоит ли ему писать кандидатскую. Смотрите, и часто спрашивают, что у меня есть магистерская диссертация, я хочу ее положить в основу кандидатской диссертации. Значит, нужно ли это делать? Честно говоря, я вам это не рекомендую делать. Ладно, если это еще магистерская диссертация, но если это выпускная работа, просто выпускная работа из бакалавриата, делать ее потом, постепенно, когда-то, когда вы сможете, примете решение поступать, например, в аспирантуру и взять эту работу и положить в основу диссертации, я вам не советую делать. Почему? Потому что кандидатская диссертация имеет очень жесткие требования по поводу новизны, практической, теоретической значимости. А те работы, даже если формально заявлены такие требования, то они очень таки поверхностные, опять же, будем говорить по-честному, да, поэтому какая там уж сильно-то уж новизна в магистерской диссертации. Поэтому, естественно, если вы возьмете ее в основу кандидатской, у вас будет иллюзия того, что у вас уже есть новизна, и что как будто бы ее хватает, а на самом деле она изначально недостаточная. Поэтому, если вы хотите взять свои наработки, вы возьмите не текст, а вы возьмите литературу, вы можете взять тему, расширить ее, углубить и так далее, да, но с самим текстом напрямую пользоваться не рекомендую. Ну и, естественно, вы можете столкнуться с такой ситуацией, например, закончили образование, пошли работать, и вам есть необходимость разобраться в какой-то теме более глубоко, с практической, с прикладной точки зрения, да, и вы хотите ее изучить. Ну, называется, убейте двух зайцев, возьмите эту тему для диссертации, изучите ее более глубоко, и получится, что вы и в тему погружения осуществите, и диссертацию защитите, поэтому здесь, в общем-то, очень полезно. Что касается, что бы я посоветовала учитывать при выборе темы, еще до того, как мы начинаем ее выбирать, просто об этом знать. Во-первых, не выбирайте слишком широких тем, особенно это касается аспирантов. У аспирантов есть такой максимализм, возможно, такой еще юношеский, молодежный, да, взять какую-то глобальную тему и решить ее для науки. Вы не сможете ее раскрыть на том объеме, который отведен для кандидатской диссертации, поэтому будет ощущение недосказанности, неполноты, поэтому лучше заужайтесь. А второй момент. Ищите сразу же актуальную тему, тему, которая, ну, которую не надо, скажем так, знаете, привязывать к нынешней ситуации. То есть она действительно актуальна. Что значит актуальна? Своевременно и значимо, да? То есть ее исследование сейчас имеет значение для решения какого-то вопроса, проблемы или задачи. Ну и, конечно, когда вы нащупываете вот эту вот тему для себя, задавайте себе почаще вопрос, в чем я в этой теме могу увидеть теоретическую и практическую значимость, где там в этой теме может возникнуть вообще новизна. То есть
Понятно, что еще до того, как вы выбрали тему, почитали литературу, на эти вопросы вы однозначно ответить не можете. Но тем не менее, эти вопросы важны, их нужно себе задавать уже на этапе выбора темы. Еще один очень важный момент, просто супер важный момент. Если вы, например, учитесь в аспирантуре, и здесь же есть диссертационный совет, и вы понимаете, что, скорее всего, я буду защищаться здесь. Или ваш научный руководитель – член определенного диссертационного совета, и понятно, что он вас повезет на защиту в свой диссертационный совет. Или вы, в принципе, выбрали уже диссертационный совет, неважно, какой это из этих трех вариантов, но если это есть, если вам эта информация известна, обратите внимание на темы, которые защищаются именно в этом диссертационном совете. У каждого диссертационного совета, я так скажу, есть свой вкус. То есть, когда диссертационному совету нравятся вот именно такие-то темы, именно с такой-то формулировкой, именно вот с такой-то структурой. Поэтому очень часто научные руководители говорят, мы диссертацию напишем, а потом найдем диссертационный совет. Я не очень сторонник этой стратегии. Эта стратегия, что называется, она работающая, она возможная, но она не самая лучшая. Потому что вам придется, опять же, как это в научном сленге звучит, да, вам придется потом затачивать вашу диссертацию под конкретный диссертационный совет. Поэтому лучше это делать сразу же. И даже при выборе темы этот момент учитывать. Как же эти темы вообще искать? Вот представьте, я хочу заниматься каким-то исследованием, но я вот просто, вчерашняя выпускница университета, и я мне сложно пока разобраться вообще, какую мне тему взять. Вот давайте глобально вот к этому вопросу подойдем, не просто вот взять какую-то темку, а как это сделать наиболее правильно. Первое, что вам нужно определить, какую специальность вы для себя выбираете. Вы вообще кандидатом или доктором каких наук собираетесь быть. Но если я собралась быть, например, я закончила экономический факультет, и говорю, я пойду в аспирантуру и хочу стать кандидатом экономических наук. Это совсем не означает, что я выбрала специальность, потому что внутри этой исследовательской области экономики есть много специальностей. И моя задача понять, по какой именно. Например, там, условно, 08-00-01 – это экономическая теория. 08-00-05 – это экономика управления народным хозяйством. Там, 10-я специальность – это финансы, 14-я – это мировая экономика. И все эти люди, они получат степень кандидата экономических наук. Но специальность у них разная. Поэтому ваша задача сначала не тему придумать, а сначала понять, по какой специальности вы будете защищаться. Кроме того, внутри этой специальности вам нужно понять область исследования. А что вы внутри этой специальности должны изучать, чтобы по этой специальности вам могли присудить степень? Для этого нам нужно посмотреть паспорт специальности. Паспорт специальности можно посмотреть по этой ссылке. Я, как обычно, все ссылочки, вот она у меня сейчас, конечно, не активная. Ну, давайте я в группе опять размещу или... как обычно, да, вы там посмотрите, возьмете эти ссылки. Я что-то не подумала, что их надо под руками держать, чтобы вам в чат сбросить, на следующий раз учту. Если мы заходим на сайт, в архив, это архив ВАКовского сайта, то вы там можете, на самом деле, вы можете в поисковике написать паспорта научных специальностей, и вам высветятся доступные вам, значит, сайты, которые предоставят эту информацию. Но я предпочитаю всю свою информацию беру из официальных источников. Мало ли на каком сайте, откуда я знаю, откуда они эту информацию взяли, может она устарела. Значит, находите перечень научных специальностей на сайте ВАК, и, соответственно, там есть окошечко, вот оно обведено красным квадратиком, прямоугольничком. Вы туда начинаете вводить шифр вашей специальности, например, экономика начинается с шифра 08, да, и вы можете посмотреть, во-первых, сколько этих специальностей, какие они и так далее и тому подобное. Соответственно, посмотрев, открываем паспорт специальности, что это нам дает? Вот мы видим, так, давайте-ка я попробую. Друзья, вот так вот виден мой курсор или нет? Появился курсор, да, чтобы я вам могла вот показать какие-то важные моменты. Ну, спасибо. Значит, во-первых, вот вы когда можете проверить, тот ли вы паспорт взяли, вот у вас шифр специальности, и вот название. И что нас вообще с вами интересует?
Нас интересует вот какая важная вещь. Нас интересует вот этот раздел в паспорте. Сразу хочу сказать, что паспорта бывают разные. Это может быть и одна страничка, и 30 с лишним страниц информации. Поэтому там глубина погружения у вас будет разная. Но ваша задача понять, что я должен исследовать в рамках этой специальности, чтобы попасть в эту специальность, да, чтобы меня приняли на защиту по этой специальности, и поэтому мы это должны посмотреть с вами внимательно. Второй момент. Когда я выбрала свою специальность, поняла, какие темы в принципе сюда входят, ну, наверное, у меня, как у начинающего исследователя, возникает вопрос, а что вообще сейчас в этой специальности делается? Какие темы исследуются и так далее. И если я начну смотреть, например, на e-library, какие статьи публикуются, я не смогу понять, это по моей специальности, не по моей и так далее. Поэтому что проще можно сделать? Можно осведомиться, сделав мониторинг диссертационных работ, которые защищаются по вашей специальности, опять же на сайте ВАК, то есть опять воспользоваться официальным ресурсом. Значит, как это мы делаем? Мы заходим на главную страницу сайта, и вот здесь, вот в разделе «Объявления о защитах», как бы заходим туда, да, глубже, и появляется вот такое окно, и вот здесь есть очень важный фильтр, с которым нужно поработать. Вы сюда вставляете номер свой, шифр своей специальности, и у вас вот здесь в окошечке появляются те работы, которые по вашей специальности защищаются. Обращаю ваше внимание, что по умолчанию вот здесь вот стоят даты, которые защит, которые только будут, да, то есть вот я сделала скриншот буквально сегодня, и, соответственно, сообщены мне на вот этом вот слайде те работы, которые будут защищаться. А если мне нужно посмотреть те, которые были защищены, значит, я здесь просто меняю даты, и нет проблем, знакомлюсь с тем исследовательским полем, который внутри этого паспорта уже кто-то пробовал найти ответы на какие-то вопросы. Таким образом, мы с вами, посмотрев паспорт и проведя мониторинг, мы можем вот эту сферу определить и вашу тему внутри этой специальности выяснить. То есть чем конкретно я займусь внутри этой специальности. Что касается выбора самой темы, прям вот не в принципе, что я буду, да, а уже прям конкретики какой-то. Но, опять же, здесь так же, как и с научным руководителем, первый способ мне дали, пишу то, что дали, да, но тем не менее не забывайте, что тема – это тоже такое живое явление, поэтому ее можно подкорректировать в зависимости от того, как у вас пойдет дальше исследование. Второй момент, как продолжение ранее изученной темы, это мы с вами уже говорили, да, вы можете просто продолжить, углубить, расширить свою тему, попытаться посмотреть в другой аспект своей темы, но тем не менее остается вот в этом информационном поле, которое у вас было. Кроме того, очень классно, вот некоторые практики, которые начинают, ну, решают для себя, писать мне кандидатскую, например, или не писать, или докторскую, они говорят: ой, я практик, я вот в теории как-то не очень себя чувствую. На самом деле это очень такое... Но не стоит по этому поводу беспокоиться, потому что у практиков очень часто получаются очень классные диссертации. Почему? Потому что человек работает занимается каким-то делом, и он видит на практике, что вот эта проблема существует. Он адвокат, или он какой-то исследователь, или он врач. И он понимает, что вот нет пока решения этого вопроса, и он берется этот вопрос решить. Получается, что уже и актуальность, и новизна, и практическая значимость есть сразу при выборе темы у практика, потому что он ее берет, что называется, с поля, то есть вот с того практического поля, где он работает, где он прилагает свои усилия трудовые. Еще один подход – это когда вы знаете научного руководителя или нашли научного руководителя, и вы берете тему, ту, которой он занимается. Вообще научный руководитель может сказать: я занимаюсь вот такой-то темой, и поэтому если это, то я вас беру, если нет, то я вас не возьму. Ну, значит, вы будете брать что-то из того, чем занимается научный руководитель. Ну и пятый вариант, я не случайно вам показала вот этот подход, да, посмотреть паспорт, посмотреть мониторинг работ, составить себе представление и сформулировать ту тему, свою тему, которая у вас, что называется, возникла с нуля после вот проведения вот этих двух процессов анализа паспорта и мониторинга
защитившихся рабов. Когда вы определились с темой, следующим очень важным моментом является замысел. Ни в коем случае не надо сразу же бросаться, там, искать литературу, быстрее ее перерабатывать, что-то там писать и так далее. Надо сначала сесть тихо и подумать. Желательно, конечно, подумать это с научным руководителем. Но не всегда это получается. Научный руководитель может мне, вам сказать так: ты подумай, приходи со своими идеями. Значит, вы думаете и приходите со своими идеями. Что такое замысел? Замысел – это та самая главная идея, которая будет положена в основе вашей диссертации, которая, по сути, потом развернется в какое-то исследование и даст вам результаты научные, то есть позволит вам найти, добыть вот эту научную новизну. И очень хорошо, когда у вас какая-то идея рождается еще до всего. И когда задают вопрос, ну как, я же еще литературу не смотрела, мне еще, может быть, что-то тема непонятна, но вы же посмотрели паспорт, вы же посмотрели другие диссертации, вы, может быть, имели какой-то задел по теме, может быть, вы практик, да, то есть это не всегда так. То есть на самом деле замысел может уже вынашиваться еще до решения писать диссертацию или нет. Зачем нам вот этот, что он, почему не надо пропускать вот этот этап, что он нам дает? Дело все в том, что когда у нас есть замысел, мы более четко можем определить направление нашего движения. Вообще очень классные диссертации считаются те, которые, знаете, как говорится, закольцованы. То есть вот вы читаете, и вы понимаете, что вот эта диссертационная работа, она не просто классно структурирована. В ней вот мысль, прям вот как они начали в теории, и она проведена по всей работе. Вот они в первой главе сказали «А», и понятно, для чего они сказали, потому что они во второй главе это расшифровали, а в третьей главе применили, например. Да? И вот это, такую работу можно построить, когда у вас есть целостное представление об этой работе. А это и есть некий замысел, что я вообще хочу внутри своего исследования. А что я хочу, собственно говоря, да? А на какие вопросы надо обратить внимание, на какие моменты надо обратить внимание, когда вы формируете этот замысел? Во-первых, самое главное, что вам прежде всего внутри вашей темы, чтобы вообще замысел какой-то возник, вам нужно понять, какую научную задачу или какую научную проблему вы собираетесь решить внутри этой темы. Поэтому вам необходимо вот там покопаться, да, то есть тема должна быть проблемной, она должна не просто быть описательно-исследовательской, скажем так, да, она должна решать какую-то задачу или проблему, вплоть до того, что эту задачу нужно разыскать, я не говорю уж придумать, да, но прямо разыскать, как, что именно я хочу в своем исследовании сделать. Когда вы начнете этим вопросом заниматься, у вас сразу же на повестку дня встанет вопрос актуальности. Особенно этот вопрос, знаете, важен для каких исследований? Когда люди пишут, например, какую-то историческую или философскую тему и берут исследовательский период не современный, а какой-то отстраненный в исторической ретроспективе. Ну, например, там, я не знаю, изучают литературные произведения, допустим, 19 века какого-то автора, или рассматривают исторические события, происходящие там, не знаю, в 17 веке. Вопрос. В чем актуальность этого исследования? Почему в 2019 году вы решили рассмотреть вот именно тот исторический период? И вот это и есть компоненты замысла, подумать об этом. В этом, может быть, ваша фишка будет основная. Поэтому через актуальность тоже можно поискать основной замысел диссертации. Еще один момент – это, конечно, новизна. Что нового я могу вообще, в принципе, в своей диссертации сказать в связи с тем, что я именно вот эту тему выбрал, да? То есть посмотреть вообще, что это. Опять же, сейчас в рамках вебинара я не могу вот каждый из этих компонентов раскрыть, рассказать, как там новизну эту поискать, как ее потом сформулировать, как ее подать в диссертации, да? Но тем не менее, сейчас просто привлекаю ваше внимание вот к этим важным моментам, на которые нужно обратить внимание, когда вы еще только замысел формируете.
Еще вот этот момент со значимостью. Любая работа, неважно, теоретическая она по сути или практическая она у вас по сути, да, она должна обладать значимостью и того, и другого плана. Поэтому тоже для того, чтобы ответить на вопрос про теоретическую значимость, вы должны, если на простой язык перевести, да, вы должны ответить себе на вопрос, что я добавлю к науке, да, какое-то, может быть, я представление о чем-то и раскрою, или увеличу, или конкретизирую, или там еще что-то, да. И с точки зрения практической значимости, как ответить на этот вопрос? А кому адресовано мое диссертационное исследование? Кому я хочу дать ему и прочитать это исследование, чтобы эти люди или оценили, или применили, или еще что-то? Вот когда вы себе такие вопросы зададите, у вас замысел диссертации, он прям будет такой объемный. И тогда вам очень будет самому интересно этим заниматься. А кроме того, у вас будет такое более целостное представление о том, что за работа у вас предстоит. Так, друзья, я посмотрю в чат, я давно туда не смотрела, а вы, пожалуйста, напишите мне, если у вас есть вопросы, я просто не вижу, были ли тут вопросы по замыслу. Если есть, то я, пожалуйста, их жду сейчас в чате. Так, вот здесь какая-то переписка у вас такая интересная со ссылками. Так, это вы уже друг друга, видимо, проконсультировали. Это здорово. И вот еще какая-то очень полезная. Друзья, вы супер сегодня, прям поделились друг с другом ценной информацией. У меня есть такая фишка, пишет Виталий Викторович, здорово, актуальность определяется социальным спросом. Но не всегда, не во всех сферах актуальность спроса. Способность результатов данной работы быть применимым для решения достаточно значимых научно-практических задач. Татьяна Ивановна абсолютно согласна, вообще здорово. Да, вообще согласна. Вот Татьяна Ивановна дает очень ценные советы в чате, друзья, обратите внимание. Пишется в конце работы. Виктория Александровна, у всех разный подход. Вы можете для руководителя актуальности все подробно написать в конце. Но вы же для себя-то это можете сделать в начале, вы просто не рассказываете об этом. Потому что на самом деле очень сложно писать работу, не до конца понимая, о чем эта работа. Проблемная ситуация, проявление противоречия. Да. Татьяна Ивановна сегодня в чате вообще дает и ответы, и наводки, что называется, вам очень-очень полезные, огромное спасибо. Вот смотрите, друзья, когда у вас есть замысел, вы начинаете заниматься разными-разными видами деятельности аспирантской. Ну вот для того, чтобы разобраться во всех этих вопросах, то есть сегодня я вам рассказываю, что нужно будет делать, да, но для того, чтобы понять, ответить для себя на вопрос, как это нужно делать, вот как этот замысел формируется, как новизна формируется, как проблема определяется и так далее, я могу вам в этом помочь, приглашаю вас на свой курс, который уже анонсировал Павел Юрьевич, он стартует 26 ноября, а мы еще не заканчиваем, я сейчас буквально два слова скажу о курсе, и мы продолжим. Почему говорю сейчас о нем? Потому что мы сейчас дальше будем говорить о видах деятельности, и хочу показать сразу же, что мы с вами, если вы на курс пойдете, мы все эти виды деятельности рассмотрим очень подробно. Значит, Павел Юрьевич вам даст ссылку на страничку курса, и я единственное, что понятно, я не буду сейчас вот перечислять, это все там есть на этой страничке, я просто хочу обратить ваше внимание, что если вы в чем-то сомневаетесь, если, например, участники майского курса честно сказали, что они выбрали курс только потому, что они видели отзывы, либо им кто-то посоветовал уже из прошедших, и еще я очень рада, что у нас на курсе появились люди, которых отправляют на курс научные руководители. Такой был не один человек, несколько участников. Участников, такое, конечно, может позволить себе очень продвинутый научный руководитель, который реально хочет работать с подготовленным аспирантом, потому что мы на курсе рассмотрим все технические вопросы, и научному руководителю не придется тратить своего времени ценнейшего, да, на объяснение вам этих вопросов. Поэтому, естественно, научные руководители сейчас рекомендуют сходить на этот курс, потому что, смотрите,
первой теме мы весь путь рассмотрим, вы сразу будете представлять и его продолжительность, и что вы там будете делать, и чем аспирантский путь отличается от пути докторанта. Кроме того, вот сейчас мы будем говорить о различных видах деятельности, так вот там будет целая тема на это. Поговорим о конференциях и публикациях, но не из серии просто, как написать статью, а как сделать так, чтобы и конференции, и публикации работали на вашу диссертацию. Поговорим о тех шагах, которые нужно пройти, и о том, как их нужно реализовывать. В пятой теме – как работать с литературой, как работать с информацией. В шестой теме – все про текст диссертации, как что формулировать, как писать и так далее. Седьмая тема по автореферату, восьмая тема по всем документам, подготовки к защите, самой защите и даже то, что вы будете делать после того, как защититесь. Поэтому после курса у вас будет вообще полное представление о том, что и как, и вы уже здесь не растеряетесь. Так вот, я говорила о том, что я не случайно сейчас про курс сказала, потому что сейчас я проговорю про те виды деятельности, которые перед аспирантом раскрываются постепенно. А на курсе мы об этом будем говорить подробно. Так вот, очень часто, когда я начинаю разговаривать с аспирантами, ну, докторанты уже более в этом смысле продвинутые, аспиранты говорят, да, мне нужно написать диссертацию, мне нужно подготовить публикации. И они подразумевают, что это всего вот это и есть вот эти виды деятельности, которыми нужно заниматься. На самом деле, это не совсем так. На самом деле на слайде представлены, это может быть даже и не все виды деятельности, которым занимается аспирант. Поэтому каждый из этих видов очень важно понимать, что он в себя включает, как его эффективно провести для того, чтобы вам потом было проще. Почему у меня проведение исследования стоит со звездочкой? Потому что я не открою страшные тайны. Кандидатская диссертация не обязательно является результатом авторского исследования. Как это ни странно, ни страшно звучит, да, тем не менее, если вы откроете положение о присуждении ученых степеней, вы это увидите, что докторская диссертация, да, это обязательные результаты исследования, что касается кандидатской диссертации, то это просто научная квалификационная работа, которая вообще, по идее, может не содержать исследования по версии ВАКа. Да, это я сейчас не свое мнение говорю, я считаю, что как раз любая диссертация должна содержать исследования, но я говорю вам о тех критериях, которые предъявляются к вашей работе. Поэтому неплохо бы вот эти все виды деятельности для себя представлять, как они осуществляются. Самое главное, когда мы начинаем озадачиваться вопросом, вот мы все поняли про эти виды деятельности, но у нас постоянно возникает в голове вопрос, а что первично, что вторично, что главное, что второстепенно, с чего начать, а что может подождать? И этот вопрос, он касается некоторых связок, я только несколько из них сейчас расскажу, но первый вопрос, что первично, сначала план или сначала поработать с литературой? Подходы здесь разные, я вообще все время, когда о чем-либо рассказываю, не даю какого-то единого, да, вот такого только так и никак иначе. Я не говорю, что я там истина в последней инстанции, поэтому я рассказываю, что это бывает по-разному, а вы выбираете, мы все разные, да, и каждый выбирает то, что ему ближе. Так вот, в этом смысле у вас может быть разная ситуация, вы поступаете в аспирантуру, и вам говорят, приходите с планом. Вы еще литературу не видели, а вам уже план, говорят, принести, да? Или наоборот, вы к научному руководителю приходите с темой в надежде на то, что он вам даст план, а он говорит, нет, сначала идите, значит, сделайте литературный обзор, соберите литературу, поработайте с литературой, а потом составьте план, говорит он вам. И вы говорите, какой у меня ужасный научный руководитель, он мне не помогает составить план. Вот у кого такие мысли были, друзья? Поставьте-ка по-честному плюсик, пожалуйста. Что на самом деле мы как бы ждем, что нам дадут готовый план. Я вам сейчас хочу сказать, что это не лучший вариант, когда вам научный руководитель дает план. Почему? Потому что все дело само отлично. Потому что представление о теме у всех разное. Оно в том числе отличается у вас и у вашего научного руководителя. Поэтому не надо обижаться на то, что научный руководитель вам говорит, чтобы вы план сделали самостоятельно.
Да, конечно, если в аспирантуре его требуют, придется какой-то план написать, да, потом его исправлять, грубо говоря. Но, тем не менее, подход, что сначала изучаем литературу, погружаемся хотя бы немного в тему, а потом уже осознанный план составляем, это, конечно, более рациональный подход, хотя бывает по-разному. Вторая такая вот тоже ситуация выбора, что делать сначала? Сначала публикации или сначала текст диссертации? Здесь тоже есть абсолютно разные подходы, и тоже я не хочу сказать, что этот правильный, этот неправильный, они просто разные, да, но все-таки большинство научных руководителей, больше 50% однозначно, говорит о том, что вот начиная сначала с публикации, потом пиши диссертацию. Другая часть говорит, нет, сначала пиши диссертацию, потом вырвешь из нее кусочки и сделаешь публикации. И тот, и другой вариант, честно говоря, в современных реалиях не очень реальный. Почему? Ну, потому что у нас есть такая замечательная процедура, которая называется антиплагиат. И, собственно говоря, в следующий наш вебинар, который состоится в ноябре, мы с вами будем как раз и говорить про эту ситуацию, про ситуацию авторства, да, и как вообще с этим быть, и как вообще свои публикации использовать, не использовать и так далее. Поэтому вот прям прямого перетока публикации в диссертацию или диссертации в публикацию у вас не получится. Поэтому вот эту ситуацию тоже нужно для себя определить, как вы делаете, чтобы это было наиболее как бы качественно, да, потому что мы вопрос и быстроты, и качества должны одновременно решать. Еще один вопрос, который, кстати, у некоторых вообще не стоит, да, и вы сами его не ставите перед собой, и научный руководитель не ставит перед вами. Публикации и выступления. Некоторые научные руководители говорят, не надо тебе никаких выступлений, не надо тебе ходить на конференции, бери, участвуй вот в этих ринсовских публикациях, в заочных конференциях, нам главное набрать статьи, вот там столько-то ваганьковских, столько-то ринсовских, и все, пишем текст и выходим на защиту. Правильно, неправильно? Я так отвечу. Возможно. Такой вариант возможен. Но я, конечно, рекомендую выступление учитывать, планировать и осуществлять. Почему? Потому что это ваша прямая подготовка к защите. Если вы только текст написали, вы его не говорите, вы не отвечаете на дополнительные вопросы, то, естественно, вы теряете много в сравнении с теми аспирантами, которые выступают в разных аудиториях, в разных обстоятельствах и так далее. Поэтому здесь вот и то, и другое значимо. Другое дело, что выступать вы, наверное, будете чуть попозже, когда вы все-таки в тему включитесь уже, да, войдете и будете чувствовать себя более уверенно. Но выступления важны, нельзя их противопоставлять публикации, просто публикации. Ну и еще один момент, это диссертация и автореферат, когда тоже есть разные подходы, когда научный руководитель вам говорит, давай сначала пишем автореферат, потом диссертацию, или наоборот, сначала диссертацию, потом автореферат. Тоже сразу хочу сказать, и тот, и другой вариант абсолютно реальный. Кандидатскую диссертацию я писала сначала диссертацию, потом автореферат. Докторскую я писала прямо наоборот, сначала автореферат, потом диссертацию. Это трудно, это труднее, но это тоже возможный вариант. И здесь нужно прислушаться к совету научного руководителя, или если вы имеете достаточный исследовательский опыт, послушать себя, как вам это ближе ситуация ляжет, потому что это разные пути, разные. Но и то, и другое возможно. Если говорить, что важнее диссертация или автореферат, то этот вопрос некорректный, потому что диссертация без автореферата не существует. Автореферат без диссертации – это тоже, в общем-то, какой-то недокомплект. Поэтому вот здесь и то, и другое важно. Ну и что касается того, что обычно не лежит на поверхности. Обычно мы вообще об этом не задумываемся. И те люди, которые приходят ко мне там на курс или на программу, например, когда я об этом вообще начинаю говорить, они сначала очень удивляются, почему я вдруг вообще об этом говорю, да? А потому что это безумно важно, но это просто недооцененные вещи. Итак, вообще любой процесс, который мы осуществляем, он наполняется, да, то есть чтобы он гармоничен был, этот процесс, чтобы, как я все время говорю, да, вы не просто пишите диссертацию, я научу вас получать от этого удовольствие. Соответственно, чтобы это удовольствие получать, и чтобы вообще процесс у вас продвигался максимально эффективно, нужно учитывать вот эти четыре компонента.
Это не я придумала, я просто вот эту методику, которую предложил доктор наук Владимир Александрович Ганзен, да, я ее адаптировала для понимания вот этой организации процесса, она мне для этой цели очень нравится. Поэтому если мы говорим, как вот эти четыре компонента добавить, как некие компоненты, которые уж они не секретные, но они не на поверхности, да, и что стоит сделать для того, чтобы добавить эффективности своей работы? Ну, во-первых, не забывать о том, что мы с вами люди очень ограничены во времени, потому что мы трудимся, у нас есть всякие там домашние дела и так далее. Никто нам не создал ситуацию, при которой вам дали время, и вы только что занимаетесь, что пишете диссертацию, это редко кому так везет. Соответственно, наша с вами задача поддерживать себя в производительном состоянии, в тонусе. То есть, когда вы нашли время на работу над диссертацией, чтобы вы были способны с ней работать, потому что очень многие занимаются планированием, спланировали, а энергии нет в это время, уже вы ничего не можете делать, тем более осуществлять интеллектуальный труд. Поэтому, что называется, правильное питание, это что за питание? Это питание, которое полезно для нашего мозга, рыбку, орешки, зеленые овощи, фрукты и так далее, кушаем, наполняемся для того, чтобы быть более таким энергичным. Что касается физической активности, что, да, это на любителя, кто-то это любит, кто-то не любит. Я сейчас рассказываю не из серии, что это надо или не надо делать, я сейчас рассказываю вам с точки зрения рекомендаций ученых, которые занимаются исследованием работы мозга, и в том числе один из них, Джон Медина, замечательную книгу написал «Правила мозга», и он там говорит очень важную вещь, что если вы долго занимаетесь каким-то интеллектуальным трудом, он там приводит пример обучения детей, например, да, или когда вы работаете тяжелую интеллектуальную работу, выполняете какую-то в офисе, то он прямо рекомендует чередовать интеллектуальную и физическую деятельность в течение дня. Если у вас есть там какой-то дома тренажер или скакалка или что угодно, что вам может создать возможность эту физическую активность осуществить, 3-5 минут и потом возвращаемся. Дыхательные упражнения нужны для того, чтобы поддерживать себя в эмоционально уравновешенном состоянии, потому что тоже всегда говорю об этом, что пока вы пишете диссертацию, пока вы сами со своим научным руководителем пишете диссертацию, это самый приятный период этого процесса. Как только вы начнете эту диссертацию показывать, начнутся люди, которым что-то не нравится, да, и поэтому, естественно, нам нужно будет успокаиваться, нам нужно научиться держать себя в равновесии, а уж тем более на защите не показать, что вы волнуетесь. Здесь вам в помощь дыхательные упражнения, их куча, научитесь делать какое-то, которое вам больше нравится. Я на программе учу это делать. Ну и естественно, что касается прогулок, если вы чувствуете, что вы не в ресурсном состоянии, все, вы сели, эффект чистого листа, вы не можете ничего сделать, вы ничего, ни голова не работает, да, самый лучший способ – отпустите себя на прогулку, сходите, погуляйте, подышите свежим воздухом. Не берите с собой никакие наушники, не берите с собой телефон, просто побудьте на свежем воздухе. И еще очень важный момент. Когда мы с вами пишем диссертацию, очень многие люди занимаются очень четким планированием, особенно у кого мало времени, а таких очень много. И они планируют, вот в это время я там лекции веду, вот в это время я готовлюсь, а в это время я диссертацией занимаюсь. Друзья, планируйте отдых. Вот прям так же, как вы планируете время для работы, планируйте отдых. Это очень важно, потому что иначе путь у вас не короткий, да, если мы будем, что называется, без сна и отдыха писать диссертацию, надолго вас не хватит. Еще один вопрос, тоже очень ограниченный, это вопрос времени. Про планирование сегодня не буду говорить, кто пойдет на курс, там послушает, если не пойдете, полно материалов по тайм-менеджменту есть, можете книги почитать и посмотреть, как этим заниматься. Да? Один из самых простых, но самых действенных методов – уберите то, что вас отвлекает. Вы прямо закройте, вот сейчас кто-то говорил, да, что у меня электронная почта не работает. А вот у меня сейчас в этот момент времени она открыта, и я вижу, сколько писем у меня туда накапало за время нашей с вами встречи. И, ну, я не могу сказать, что это меня отвлекает, но, понимаете, я же вижу это, да, то есть я свое внимание туда переключаю. Если бы у меня сейчас были открыты еще и социальные сети, то я бы видела, что и туда что-то приходит постоянно. Поэтому хотя бы эти окошечки просто закройте, поставьте телефон на беззвук или положите его подальше, чтобы руки к нему не тянулись, да, посмотреть, проверить что-то.
Вот. Ну и тоже еще один очень важный момент. Вот у кого есть детки школьного возраста, особенно вот начальная школа, да, вы можете замечать такую вещь. Вы говорите ребенку, что ему надо садиться делать уроки, да, и у него начинаются такие там: ой, мама, я кушать хочу, я там в туалет хочу, я там еще, у меня там голова заболела и так далее. Да, это что, это вот наши перекусы, там, чаепития, какие-то дополнительные дела. Это у организма включается как некий режим самосохранения, он не хочет заниматься этой деятельностью, поэтому у него реально возникают какие-то новые потребности. Так вот, вы их все удовлетворите и садитесь, чтобы вы не прерывались и все-таки какой-то промежуток времени поработали более продуктивно. Что касается исправления ошибок, это тоже известная техника, не исправляйте ошибки сразу же. Если, особенно если вы генерите идеи сейчас, вот пишите хоть вообще безграмотно, хоть как угодно, да, почему? Потому что в данный момент, если вы вот создаете какой-то новый, какой-то замысел, или у вас пошел текст, или еще что-то, отвлекаясь на исправление, ой, не тот оборот, по-моему, тут запятая, тут вот у меня неправильно, вы просто потеряете мысль. Поэтому исправляем ошибки потом и не тратим на это время в процессе повышенной такой вот напряженности работы. Да? Ну и, безусловно, когда мы с вами работаем, мы должны себе организовать рабочее пространство, и под рабочим местом я имею в виду не только ваш рабочий стол, да, но и то пространство, которое в принципе, в котором вы находитесь. Безусловно, если вот мы с такими примерами видим, имеем дело, которое мы видим на слайде, понятно, что в таком пространстве трудно работать, потому что вообще, кстати, замечали, наверное, да, вот если бумаги начинаете перебирать, особенно которые давно лежали, вот прям такое ощущение, что вот всю энергию у вас отобрали. Вот у кого такое было ощущение, признайтесь, или я одна такая странная. Вот я когда перебираю старые журналы какие-то, или какие-то записи, какие-то бумаги, есть такое ощущение, что прям устаешь от этой работы. И поэтому, когда вот такой стол, или когда у вас плохо организован поиск там, файлов, например, и так далее, это и утомляет, и отвлекает ваше время, поэтому порядок и уют, удобно, как расположить рабочее место, как расположить стол в пространстве, как расположить материалы, которые у вас будут, это тоже важно, я об этом на курсе рассказываю, на программах на всех рассказываю, поэтому это тоже очень значимый момент. Ну и информация. Вот это вообще ключ, потому что мы с информацией работаем вот на протяжении всего момента вот этого процесса подготовки диссертации. Наша задача вообще как организовать свою работу, чтобы эта информация вас не поглотила, чтобы вот эта литература, она не съела вообще вас, да, чтобы она вас не, как некоторые говорят, эта литература на меня вот прям легла, и я не знаю, что с ней делать. Поэтому наша задача с этой информацией научиться работать, систематизировать ее, фильтровать, сортировать, как ее обрабатывать. И вот эти литературные источники, которые есть у всех при работе с диссертацией, да, конечно, целесообразно поучиться тому, как это делать. Спросите у научного руководителя, может быть, он вам даст какой-то совет, или приходите на курс, или спросите у своих коллег, да, без разницы. Следующий какой у вас информационный поток будет, это результаты вашего собственного исследования, то есть те данные, которые вы получите самостоятельно. Нет их нигде, вообще это полный эксклюзив, это самые ценные данные в диссертации, если они есть. Поэтому их тоже нужно так подать, чтобы они заиграли в вашей работе, чтобы не получилось так, что читающий вообще думает, что это данные, которые вы взяли где-то. Поэтому вот информацию сначала нужно получить, обработать и подать, естественно. Но это, опять же, не для всех, не у всех будет исследование, не у всех оно будет подразумевать получение каких-то авторских цифр и материалов. Некоторые исследования будут содержать аналитические материалы, когда мы берем с вами уже готовые данные и, соответственно, используем их для того, чтобы показать какие-то тенденции или увидеть какие-то закономерности. И тогда мы с вами должны научиться работать с этой информацией с точки зрения большого ее объема. Я вспоминаю себя, когда я писала докторскую диссертацию, я уже рассказывала неоднократно этот пример по поводу того, как я была рада, что я насчитала кучу цифр. Я там целое лето посвятила тому, что я проводила расчеты и исследования, и в конце получаю 90 страниц таблиц.
И у меня такая детская радость. Ой, как здорово, что у меня столько материалов. И потом я начинаю понимать, что эти таблицы дикого размера, они не будут находиться в тексте диссертации, они будут находиться в приложении. Вопрос, что с ними сделать, как их обработать, как их так преподнести, чтобы у людей вообще возникло желание это приложение открыть и посмотреть на эти цифры. Поэтому вот это тоже, это специальное умение, как работать с цифровым материалом, для того, чтобы его правильно подать, для этого правильно обработать, правильно интерпретировать, да, и, соответственно, получить на основе этого возможные элементы научной новизны, а возможно показать значимость вашего научного исследования. Поэтому вот эти ингредиенты, они, безусловно, добавят вам эффективности, помогут вам быть более продуктивным, результативным и, соответственно, достичь своего результата более эффективно, даже только начиная свой путь, когда у вас еще есть нет ни слова, ни странички текста, да, вы уже сразу можете начинать свой путь очень эффективно. Ну что, друзья, я вас, как всегда, заболтала, вы меня, пожалуйста, простите. Если у вас есть вопросы, то вы, пожалуйста, их напишите в чат, я на них отвечу. А я вас с удовольствием приглашаю на следующий наш вебинар, который состоит 18 ноября, в этом же прекрасном пространстве, в этой же компании. И мы будем говорить о неправомерном заимствовании, то есть как раз о той теме, которая будоражит умы исследователей и умы тех, кто пишет просто публикации, да, не готовя докторскую или кандидатскую диссертацию. Но тем не менее вопрос этот актуальный, поэтому я приглашаю, буду вас рада видеть. Что касается вопросов, вот электронный адрес, который представлен на слайде, он работающий, это мой личный электронный адрес, я с него получаю все письма и отвечаю. Если вдруг у вас сейчас вы заскромничали и не решились задать свой вопрос, или он возникнет позже, не стесняйтесь, пишите, я отвечу. Опять же, не мерите меня меркой как научного руководителя, который, если 3 дня не ответил, то он не очень. Ну, может быть, и не через 3 дня отвечу, но отвечу обязательно. Поэтому смело пишите, если есть вопросы. Ну что, друзья, я вопросов не вижу, я вижу, что пошли благодарности, я тоже вас благодарю за то, что вы присоединяетесь, приходите, за то, что вам эта тема интересна, и за то, что вы вот такую прям вот компанию создаете за защиту практиков. Татьяна Сергеевна, так у практиков вообще пошатнулось нежелание. Ну вот, кого-то вдохновило, у кого-то пошатнулось нежелание писать кандидатскую, пишите, это классно, это здорово, это интересно, уверяю, вас не пожалеете. Да, это труд, да, это непросто, но это интересно. И действительно, ну, представьте, насколько вы сами изменитесь, когда вы пройдете этот путь. Поэтому, когда у меня, например, спрашивали, когда я начала писать докторскую диссертацию, и начали спрашивать: «Наташа, зачем ты пишешь докторскую диссертацию?» Я в то время уже была заведующей кафедрой, там, кандидатом, доцентом, да, и, соответственно, ну что ты кем еще хочешь быть-то, вот дальше-то зачем? И я, тем не менее, ни на секунду не пожалела, потому что это такой невероятный опыт, и, в общем, это классно, друзья. Смело пишите диссертации, будут вопросы, приходите, задавайте. Мы с Павлом Юрьевичем встречаемся в нашем цикле вебинаров с вами раз в месяц, и я буду рада вас видеть вновь. Всего доброго вам тоже, спасибо, до следующего раза. Всего доброго.